Смотри, хватит, достаточно. Достаточно. Давай теперь начнем прописывать детали. Угу. Берем кисточку, вот эту. Задание серьезное, планы амбициозные. Нарисовать более 700 открыток для ветеранов. Иными словами, настоящих картин. Самой младшей художнице Маше 7, но девочка уже уверенно владеет кистью. На первую я изобразила своего кота Рыжика, что он сидит под елкой. А на второй я изображаю дом. Но это еще полдела. Главное в рисунок вложить душу, чтобы поднять настроение ветеранам, которые в период пандемии в этом особенно нуждаются. Мне кажется, это очень важно. Они, много значат для нас. Настоящие герои. Художница Марина Аджинян уверена, лучше детей с этой задачей не справился бы никто. Мы пишем масло в основном в галерее. Только масло. Без масла никуда. Вы знаете, на самом деле, я с удовольствием работаю с детьми. С ними настолько комфортно, удобно, уютно. Мне больше нравится с детьми работать, чем со взрослыми. Они настоящие, искренние. Каждая картина не просто рисунок. Как только высыхает масляная краска, изображение переносят на открытку. За каждым ветераном сейчас закреплен волонтер. И каждый свой волонтер придет к своему ветерану в предновогоднее время и подарит эту открытку. Сейчас готово около 10 открыток, но юные художники уверены, к Новому году все успеют. Мария Микшута, Николай Шулко. День с толком.